Добрый день, добрый час, друзья, с вами Асым, ваш человек Бутырси, из Тюрси, из Алании. Всем большой привет, друзья, с вами компания Arbatoms. Друзья, скоро мы будем в Москве. О чем будем говорить в Москве вместе с вами, друзья? Будем говорить, как можно правильно приобрести недвижимость в Тюрси, как можно получить вид на жительство и турецкое гражданство, друзья. И самые главные, друзья, как можно получить доход через турецкую недвижимость. От и до все мы вместе с вами будем говорить. Для консультации что нужно делать? Заранее нужно записываться, друзья, через Viber, WhatsApp и Telegram. Так что, друзья, москвичи готов? Я думаю, что готов. Скоро, очень скоро будем вместе с вами там. Как-то дата известна будет, мы будем озвучить здесь, в нашем канале, друзья. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписывайтесь, чтобы каждый день получить интересный, хороший видеоролик. И нажимайте, с правой стороны есть колокольчик, друзья. Нажимайте колокольчик тоже. Так что, друзья, всем удачи, берегите себя. Пока-пока. Добрый день, дорогие наши друзья и гости нашего YouTube-канала. Меня зовут Анастасия, и с вами снова компания Arbat Homes. Мы находимся в солнечном городе Мерсин. Сейчас я нахожусь в районе Тедже. Хочу немножечко рассказать вам про город Мерсин. Город Мерсин – это большой достаточно город с развитой инфраструктурой. Здесь уже проживает более 2 миллионов человек. Здесь также очень много русскоговорящих, кто переехал сюда на постоянное место жительства. И, конечно же, есть и местные жители, которые очень дружелюбны. Хочу рассказать о том, какой же район Тедже. Район Тедже уже сейчас, на данный момент, очень развит. Здесь очень много прибрежных кафе, ресторанов, каких-то развлечений для вас. Очень красивую набережную у нас построили, где можно прогуливаться, кататься на роликах, кататься на велосипеде. Район Тедже находится всего лишь в 20 минутах езды от центра города, где вы можете насладиться также прекрасной набережной, которую сравнивают вообще с набережной в Майами. Там есть также вся доступная инфраструктура, ну, конечно же, это центр, где много различных торговых центров, каких-то развлекательных мероприятий, очень много кинотеатров. Есть знаменитая Мерсин Марина, где вы можете не только пошопиться, но также и посидеть в ресторанах с европейской, итальянской, китайской, ну, в принципе, любой кухней, насладиться прекрасным видом. Сам город лично меня поразил своим разнообразием. Здесь сочетается как и городская жизнь, так и немножечко такая деревенская. Но это как раз-таки изюминка Мерсина. В Мерсине очень мягкий климат, много овощей различных и фруктов. Это столица, как и клубники, апельсинов, лимонов, мандарин. Здесь всегда свежие продукты, проходят базары, на которых эти свежие продукты вы можете приобрести по доступным ценам. Даже если мы немножечко сравним с Аланией, то и цена здесь ниже, потому что здесь не так давно начал развиваться именно туристический сегмент, да? Город живет не за счет туристов, у города есть своя какая-то промышленность, да, есть большой порт, и также за счет сельского хозяйства. Здесь очень много садов, фруктов, это вы уже наверняка тоже видели. Район Тедже подходит для постоянного проживания. Здесь сочетается и городская жизнь, и немножечко деревенская, как я уже говорила, да. Но если вы хотите какой-то движухи, вам что-то хочется где-то погулять, повеселиться, вы можете всегда отправиться в центр города, который неподалеку здесь находится. Еще немножечко о районе Тедже и о его преимуществах. Здесь могут чувствовать комфортно себя как и молодые пары с детьми, так и люди,
которые приехали проживать здесь уже на пенсии. Прекрасные пляжи, да, есть где-то галька, есть песочек, очень красивая набережная, еще раз повторюсь. И самое главное преимущество этого района, как считают наши туристы, это то, что здесь есть газ уже активный. То есть вы можете комфортно чувствовать себя не только летом, но и зимой. Сегодня я хочу вас познакомить с новым комплексом, который стартует в районе Тэджэ, как раз-таки в этом прекрасном, зеленом, уютном районе Тэджэ, который так мы все любим. Комплекс будет сдан в апреле 2023 года. В нем будут представлены квартиры планировки 2+1 и планировки 3+1. Ну что, сейчас мы отправимся и посмотрим локацию данного комплекса, но я хочу напомнить вам, что на стадии строительства приобретая, вы можете всегда воспользоваться беспроцентной рассрочкой до конца строительства. Первоначальный взнос 30%. И, конечно же, этот комплекс подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций и, конечно, для сдачи в аренду. Сейчас в городе Мерсине очень много инвестиционных проектов. Вы всегда можете задать любой вопрос по телефону, указанному на экране, или пишите в комментарии, мы всегда будем рады вам ответить. Ну что, готовы увидеть проект? Поехали! Ну что, дорогие друзья, мы приехали на то место, где будет строиться наш комплекс, который сдается в 2023 году в апреле месяце. И до этого времени у вас есть возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой. Комплекс находится в 500 метрах от Средиземного моря. Здесь есть хороший пляж. И также, как вы можете видеть, здесь есть вся необходимая инфраструктура для постоянного проживания. Есть все, доступны все сервисы, маркеты, аптеки, магазины, как маленькие, так и большие. Недалеко здесь находится детский сад и школа. Данный комплекс будет состоять из двух блоков. Представлены квартиры планировки 2+1 110 квадратных метров и квартиры планировки 3+1 130 квадратных метров. Особенностью данного комплекса является его полная инфраструктура, как открытая, так и закрытая. В комплексе представлен открытый плавательный бассейн, аквапарк, парковка, сауна, хамам, зона отдыха, барбекю, детская игровая площадка, баскетбольная площадка, генератор, охрана. И еще одним плюсом данного комплекса, даже я бы сказала большущим плюсом, является то, что в этом комплексе будет подземная крытая парковка для всех жителей этого комплекса. У нас часто спрашивают наши клиенты, почему же в Турции не бывает закрытых парковок или гаражей. Да, это действительно редкость, но в этом комплексе такая возможность будет у вас воспользоваться закрытой парковкой. Дорогие друзья, была рада вас познакомить еще с одним комплексом в районе Тэджэ на стадии строительства. Напомню, что же мы сегодня с вами посмотрели. Смотрели мы комплекс, который будет состоять из двух блоков, где представлены квартиры планировки 2+1 и квартиры планировки 3+1. Комплекс подходит как для постоянного проживания, так и для ваших инвестиций с целью перепродажи и, конечно же, сдачи в аренду. Ну что же, если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите их по телефону, указанному на экране, в комментариях. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на нашем канале. А с вами была я, Анастасия, компания Арбат Хоумс и город Мерсин. Пока-пока!